Вот эту необычную машину, похожую и на самолет, и на речное судно, вы уже могли видеть в программе «Время». Ее создатель, коллектив студенческого конструкторского бюро Марийского политехнического института, дал этой машине красивое и загадочное название – «Саур», то есть самоходный аппарат с воздушной разгрузкой, а попросту вахтовый автобус-вездеход «Амфибия». Государственная комиссия дала ему высокую оценку. Машина крайне необходима народному хозяйству. Прошел год. Теперь уже испытывают транспортный вездеход-платформу, на которой можно перевозить до 10 тонн груза. Он пробирается по бездорожью, едва касаясь земли, четырьмя небольшими гусеницами от трактора Т-54. Воздушная подушка смягчает его ход. И что очень важно, создает самое минимальное давление на почву, не повреждая ее поверхностного слоя. И работает «Савр» не на дефицитном бензине, а на дизельном топливе. Итак, созданы две совершенно уникальные машины. Выполнен заказ Миннефтегазстроя СССР. Заявки на «Савры» поступают в Марийский политехнический не только от нефтяников и газовиков, но и от геологов, связистов, энергетиков, от агропрома.